Омичи почтили память погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга минутой молчания. На митинг, организованный областным студенческим отрядом, в минувшую субботу вышли более 3000 человек. Напомню, взрыв в северной столице произошел 3 апреля. Тогда на перегоне между станциями метрополитена, технологический университет и Сенная площадь террорист-смертник активировал взрывное устройство. Погибли 13 человек, 51 пострадали. С призывами сообща противостоять терроризму выступили общественники, политики и спортсмены. Против терроризма. Моя дочь в Санкт-Петербурге работает, поэтому я пришла сюда. Она по той ветке как раз ездит на работу. Поэтому я тут. Поддержать санкт-петербургцев в их беде, в их горе. И чтобы никогда не повторялись такие трагедии.